Как вам отдыхается? Отлично! А можно нам машину в аренду? Только хорошую. Да, Фредди? Мы хотели немного попутешествовать. У входа ждет суперкар. Ну и где же наш суперкар? Ага! Вот она! Какая красивая! О! Это по правде суперкар! Средь хомячков, мышей, свинок, шиншилла, как аристократ, и в шубке белой и прекрасной садится белый кадиллак. Ой, что это я так расхвасталась? Фредди, иди сюда! Ты же лучше в машинах разбираешься. Фредди, да где ты там застрял? Иди скорей сюда. Иду, иду. А классная тачка. Надо посмотреть ее повнимательней. Поехали, Фредди. Сейчас дорогу посмотрю. Я самый короткий путь узнал. Так-так. Именно с этой фразы начинаются все самые запутанные и извилистые поездки. Ой, я уже проголодался от волнения. Люблю поесть, люблю почавкать, и похрустеть, и пожевать. Да поехали уже! Хватит есть! Вперед! Навстречу приключениям! Ой, что это? Тигр? Это, наверное, опасно. Что мы будем делать? Да это тигренок. Давай познакомимся. Ой, смотри, какой хорошенький. Надо ехать, пока его мама не прибежала. Может, еще увидимся? Давай здесь остановимся. Кто это? Кажется, это людоеды. Надо бежать. А ты думаешь, людоеды и шиншилл тоже едят? А может, это шиншилла ест? А нам что бояться? Мы ж в красной книге. Боюсь, что у них красная книга и кулинарная книга одно и то же. Даже если в качестве салфеток используют, все равно нам лучше отсюда убраться. Такие места необычные. Это настоящие тропики. Мы, наверное, первые шиншиллы, кто побывал здесь. Да, будет что рассказать. Ой, к нам маленький панда пришел. Какой он симпатяга. А вон его мама идет. Вот здорово! Они такие милые и приятные. Возьмем в следующий раз вкусняшек для них. Кажется, гроза начинается. Пора возвращаться. Классно прокатились. Жалко только то, что гром помешал. А у нас для вас сюрприз. Вау! Аквариум! С рыбками! Живыми! Это мечта всей моей жизни! Какая красивая рыбка! Я уже ее люблю! Кто-нибудь еще? Нам музыки не хватает! Сейчас все сделаем! А мы пока погуляем! А вот и музыка! Рояль! Вау! Рояль такой красивый! Но мы не умеем играть на нем. Не беспокойтесь. Это электронный рояль. Он сам будет играть, что пожелаете. Вот это класс! И так было хорошо. А с музыкой еще лучше. На меня даже аппетит напал. Давай перекусим. Да с удовольствием. Как сказал один поэт, люблю повеселиться, особенно поесть. Ой, любимые вяленые яблочки.
я яблочек могу съесть 99 штук. А почему не 100? Ты что, меня обжорой считаешь? У вас все в порядке. Есть еще какие-нибудь пожелания? Все просто отлично. А можно нам еще и автодомик? Конечно. К утру будет готов. Завтра нас ждет чудесный день. Не пропустите следующую серию.